А я вас салют всем, с вами стоим Сбро. Сегодня мы будем слушать трек Инстасамки, который называется «Отключаю телефон». И если тебе понравилась данная реакция, подпишись на канал, поставь лайк и напиши свой комментарий. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Так, ну давайте послушаем трек «Отключаю телефон». Трек вышел месяц назад. Интересно будет, давайте послушаем, погнали. Трек «Жара». В принципе, нормальный трекан, ничего плохого про него сказать не могу. Мне, конечно, в плейлист не залетел, но норм. Давайте заценим этот трек, я его не слышал, погнали. Мне люди говорят, что время это важно. Попрошу у мужа новые часы. Я молчу, когда мы стоим у кассы. Он не услышит, никогда не бери. Мне нужно это, мне нужно то. Мне нужно это, мне нужно все. Миллионы баксов для меня это ничто. Что ты там сказал? Ты вообще кто? Я заработала столько бабла. Мои внуки будут носить Гуччи. Когда я прохожу, все смотрят на меня. Мой телефон от лайка включит. Вижу на витрине магазина новый стар. Покупаю все, ну что упадет взгляд. Солью кэш на карте до нуля. Потом возьму вторую и потрачу до конца. Я отключаю телефон, и я потрачу миллион. Опять же, ничем практически не отличается от предыдущих треков, да, там «За деньги», да, и этот, но вот это, кстати, мне вот пока нравится. Давайте послушаем хуку этого трека. Интересно. Потрачу миллион, мой новый эталон. Это Louis Vuitton. Деньги с этих сторон. Это мой новый закон. Мы ссорим бабло. Мы ссорим бабло. Мы ссорим бабло. Мы ссорим бабло. Слушайте, ну тут как минимум по флоу поразнообразнее будет, чем треки «Жара», как мне кажется. Здесь поприкольнее. Такой спокойненький вайб. Мне нравится. Мира, прикольно. Я помню только пин-код, виза, мастер-класс. Походка от ведра, это я иду в магаз. Лучший консультант меня узнает по глазам. Мой взгляд за меня говорит. Я потрачу все, а потом сделаю репит. Мой муж за меня разрулится. Вот он такой крутой, на руле мне безлимит. Это сладкая жизнь, как клубника в шоколаде. Люди говорят, ну сколько можно тратить? Не отходя от кассы, я говорю им хватит. Не предлагай мне скидку, ты что, не в адеквате? Однажды я уехала тусить в Турцию. Потеряла сумку, паспорт, да и пить. Просыпая завтрак, я в Лэнкензе. Ты найдешь меня там, где играет музыка. Я отключаю телефон, и я потрачу миллион. Мой новый эталон. Это Louis Vuitton. Деньги с этих сторон. Это мой новый закон. Мы ссорим бабло. Мы ссорим бабло. Мы ссорим бабло. Мы ссорим бабло. Слушайте, ну прикольный трек, мне нравится. Классный вайб у трека, спокойненький такой. По тексту ничем, в принципе, не отличается. Мне здесь понравился флоу разнообразный у Инстасамки, да. По тексту, в принципе, одно и то же. То, что она тратит бабки мужа, то, что она летает там по городам, покупает дорогую одежду и так далее. Ничего, в принципе, не меняется, но подача материала прикольная достаточно. Мне нравится этот трек. Возможно, я добавлю себе его. Надо будет еще раз после того, как запишу реакцию, послушать. И там я уже определюсь окончательно. Трек мне понравился. Его можно оценить на 5 из 5. Никогда не думал, что буду ставить высокие оценки трекам Инстасамки, поскольку там то, что я слушал до этого, было как-то не очень. Но вот последние два трека, которые я слышал, были прикольные. И вот этот вот хороший достаточно трек. 5 из 5 ставлю, прикольный трекан. А с вами был Stamus Bro. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. И обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. До встречи. Пока.